утро, друзья. Время 10:55. Я вообще сейчас в таком ритме живу. Выбился вообще из привычного напрочь. Это вот у меня завтрак. Не спал толком. Опять поздно приехал. Сейчас опять. Короче, жесть. Завтрак, кашку сварил, манную и сметанку, вот, сахарочком поем. Чай традиционно, конечно, вот. Вчера у меня был один прием пищи, завтрак или ужин, или обед. Короче, вот так вот. Ничего не охота вообще говорить. Короче, поеду работать. Вот так вот. Добрый вечер, друзья. Снова проект выжить на прожиточный минимум. Короче, я не могу, что-то захотел есть, приехал поужинать. Время 18:05. 19:05, но башка-то ничего не соображает. В общем, вот, сейчас потеру сырок, вермишель, ну, мясного ничего нету, вот, как бы вот так вот. Вот. У мамы, видите, тут вот яблочки, апельсинчики. Мы тоже фруктов поели на днях, вы уже видели это, но больше нифига. В принципе, денег валом осталось, потому что у меня всякие встряски еще получилось. Где-то я вообще раз в сутки ел. Ничего не покупал. Походу, знаете что, на оставшиеся деньги, мы там же хотели типа одежду купить. На оставшиеся деньги я просто последний день проекта, если там нормально останется, сходить куда-нибудь, просто полопать нормальной еды. Естественно, вместе с вами. Вот, ну сейчас все разогрею, а там дальше продолжим, хорошо? В общем, смотрите, какая красота получилась. Там уже у меня еще чесночок оставался, несколько этих. Но вот он такой фиговенький был, я его внутрь засунул. Чисто для запаха. Есть-то я не буду, мне там с людьми еще встречаться. Чтобы хоть запах был. Мяса нету, короче, вот. Сделали запашок. Сырок вот расплавили. Короче, вот такой вот у меня итальянский ужин с российским сыром за 69 рублей. Вот. Ну, блин, я даже не знаю, сегодня какое число. Сегодня. А сегодня у нас что, вторник? А, так, друзья, проект уже подходит к концу, в общем. Денег-то осталось валом точно. А я, походу, точно пойду куда-нибудь. Ну, ресторан не в ресторан, но в какое-нибудь доброе кафе я обязательно пойду. В общем, вот так вот. Есть охота. Поем, поеду на студию, надо работать. Собирать материал. Попрошайничать необходимы деньги на монтаж фильма 54. Короче, вот так вот, ладно, я поем, да побежал, там мама пришла. Давайте, всего доброго, завтра встретимся, там не знаю, когда, на обеде, на завтраке там или когда.